Приветствую, ребятки. Вот такая вот оказия произошла. Короче, я мерил чувствительность радиостанции на одной из радиостанций. И как-то так получилось, что случайно я нажал на передачу. Это у нас ГСС, генератор стандартных сигналов. Ну и все пропало. Сейчас покажу, как это пропало. Частота 433. 500, уровень 0,70 dBm, ну то есть совсем большой уровень. Видите, да, что уровень большой, очень большой. Вот, включаем приемник, сканер. И ничего не происходит. Сейчас подразберем ее и посмотрим. Подразобрал я здесь все это дело. Ну что мы, ну блок питания это я тут засандалил. Он был без блока питания. В первую очередь здесь, я так понимаю, вот основная плата, которая генерирует сигнал. Вот она. Она шлейфом соединяется с мордой. Сейчас отключим эту плату и посмотрим, что там. Так, для вас секунда прошла, для меня побольше. Значит, смотрите, что здесь есть. Уже там форумы покурил, народ уже сталкивался с этой ерундой. Я вот отпаял, значит, отпаял. Тут часто выходят вот эти квадратные штуки. Вот она, вторая. Тут их две стояло. Одну я отпаял. Надо будет заказать в Китае. Это такой цифровой аттенюатор. Я так понимаю, судя по отзывам, они горят, когда на них подать мощность. Они, о удивление, горят. В общем, сейчас узнаем, где что, и будем искать эту микросхему. Так, прошел месяц, из Китая заказал я вот такие вот микросхемы, сейчас будем паять. В Китае стоит 15 гривен одна штука, в Украине, ну я понимаю, там прибыль должна быть 100%, там пусть 150. Но в Украине они стоят 300 гривен. То есть китайцы по 15, наши сразу их превышают в 30. В 300. Ну совсем с ума сошли, это уж перебор. Поэтому пришлось мне месяцишку подождать. Связаться с этим конченным Мистэкспресс. В общем, сейчас будем запаивать. Посмотрим, что получится. Интересно, просто сгорел один аттенюатор или два сразу. Попробую сначала один заменить. Ну и в общем, погляжу. Так, в общем, запаял я микросхему. Ну вот она стоит. Сейчас попробуем включить. Посмотрим. Так, ну что, запаял я микросхемы. Для вас прошла секунда, а для меня пару дней, потому как, спасибо Жеке, подсказал. Я дела не имел с такими микросхемами. Думал БГАшкой покрывать. Вот, ну, в общем, все оказалось намного проще. Просто берете сначала, очищаете, ну, с феном снимаете микросхему. Очищаете это место до чистоты. Потом чуть-чуть паяльничком, вот таким паяльником, нанес слой. Потом взял саму микросхему. Обратную сторону тоже залудил. Совместил, тут же такие есть, по квадратику поставил, и точка вот здесь есть, то есть ключ, вот эта точка. Все это дело совместил, поставил на ровную поверхность, ну ровно. И, ну, Жека советовал мне там припаивать с паяльником, ну как бы не знаю. Я все-таки взял паяльную станцию,
И вот так аккуратненько начал прогревать и нажимать пинцетом на среднюю, на середину. То есть получилось так, что я равномерно нажал и получился полный контакт. То есть вот этот чип и этот чип. И только после этого у меня заработал, потому что я там пытался БГ-шку наносить пасту, в общем, не получалось, ерунда полная была. Вот, так что ссылка будет на чипы на Алик под роликом. У меня там есть еще штук, несколько, так что если кто хочет, пишите, продам. Чуть дороже, чем 15 рублей. Ну, это для тех, кто не хочет ждать. Вот. Ну, так-то геморрой, конечно, еще тот. Надо быть осторожным, стараться не нажимать на передачу. Но... В общем, бывает такое. Сейчас я тест проведу, покажу, как он работает. Так, ну что, включаем. Это самый маленький уровень, стоит минус 132 дБ. Видите, да? Хорошо, сейчас увеличим. То есть регулируется все. Вот растет уровень. Работает. Что очень радует. Так, ну что, ребята, в общем, смотрите ролики, подписывайтесь, советуйте другим ребятам, вступайте в мою группу в Фейсбуке, комментируйте. Вот. И всем всего доброго. Всем три. До свидания.